14 лет я сидел за компьютером. Я учил языки программирования, учился взламывать системы. И впервые в жизни я почувствовал, что у меня что-то получается. Основано на виртуальных событиях. Сейчас мы с вами повеселимся. Времена хакеров уже в прошлом. Это новая криминальная организация? Заклей. Сегодня опаснее тот... Люди в основном лохи. Знай, пудри им мозги. Кто влезет не в систему, а в голову. Внешняя разведка. Устроим атаку, которая им и не снилась. Кто бы это ни сделал, он гений. Кто я? Смотрите на Шот ТВ.